2015 год обвешаны годом молоді. Прадстаўнікі буйнейшай маладзёжнай арганізацыі краіны Беларускага Рэспубліканскага Саюза Моладзі на 42-м з'ездзе БРСМ вызначыліся з перспектыўнымі накірункамі сваёй дзейнасці. Брэсцкія дэлегаты з'езду падзяліліся ўражаннямі ад маштабнага форуму і новымі планамі на год з нашым корэспандэнтам Людмілай Салдзінай. Каля тысячи делегатов из всей страны, формат открытого диалога, десятки новых проектов. 42-й съезд Белорусского Республиканского Союза молоді прошел на высшем уровне. Это отмечают практически все его участники. Он прошел действительно на таком патриотическом подъеме. И действительно он прошел в таком открытом диалоге. То есть где состоялся обмен мнениями, было представлено самое лучшее, что организация сделана вот на протяжении последних 3 лет. Очень волнительно было, что глава государства давал оценку нашей работе, и очень радостно то, что эта работа была одобрена как главой государства, так и съездом в целом. Брэшчына годна прадставіла на з'ездзе многія накірункі работы, у першую чаргу ваенна-патрыятычны рух. Высокую адзнаку атрымала дзейнасць ваенна-гістарычнага клуба «Гарнізон», а праект абласной арганізацыі БРСМ па стварэнні маладзёжнага патрыятычнага цэнтра ў Брэсцкай крэпасці цяпер стане знакавай рэспубліканскай маладзёжнай будоўлей. Президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко поддержал дальнейшее развитие этого направления, и мы надеемся, что в этом году мы постараемся этот объект создать. Один из приоритетных накірункаў деятельности БРСМ – студатрадовский рух. Что касается трудоустройства, то организация нашего университета планирует создание непрофильных для нашего университета отрядов, потому что профильные являются у нас строительные отряды, где мы являемся лидерами. А сегодня мы решили себя попробовать с педотрядами. Конек Брэсцкага технічнага университета – будаўнічыя атрады. Во университете имя Пушкина – лепшие педагогичные отряды. У обедзвух ВНУ набирая обороты волонтерский рух. У гэтым накірунку распрацаваны новые проекты. Проект, с автором которого я являюсь, геолингвистическое волонтерство. Он направлен на адаптацию иностранных граждан в Республике Беларусь, и одновременно это является рекламой туристического продукта нашей республики. Наша цель и задача на сегодняшний день – это работа с ветеранами, закрепленных за наш университет, их более 15 человек. Мы хотим снять с ними видеоролик «Воспоминания их о войне». Активно освоивать интернет-простору – еще один из приоритетов, вызначенный на 42-м съезде БРСМ. Автор проекта по киберспорте Александр Макарчук упевнены, интернет позволит организации стать ближе до молоди. Мы развиваем как бы в направлении киберпространства, киберспорта, интернет-пространства. И мы хотим, чтобы студенты, сидя за компьютером, могли видеть, какие у нас конкурсы проходят, какие соревнования проходят. И мы их вытаскиваем, как бы можно так сказать, из дома. Десятки справ от масштабных до больш малых вызначены для молоди на ближайшие годы. И теперь головное – импульс, зададенный на съезде, не упустить на местах и доказать – 2015-й саправды станет годом молоди. Людмила Салзина, Александр Сивицкий, областные новины, Брест.